История России в фотографиях представляет. К 180-летию фотографии. Эпизод 1. Дагерротип. Фотография появилась 180 лет назад, в 1839 году, через 2 года после смерти Пушкина. Первые световые отпечатки еще до изобретения термина «фотография» назывались дагерротипами по фамилии француза Луи Дагера, художника и изобретателя. Дагерротип – это позитивное изображение на хорошо отполированной посеребренной металлической пластине, покрытой йодистым серебром. Поверхность дагерротипа зеркальна, а изображение отчетливо видно только под определенным углом. Повернешь пластинку, и оно исчезнет. Эти зеркала памяти были очень хрупкими, портились от контакта с воздухом и неосторожного обращения. Чтобы сохранить драгоценную пластинку, дагерротип Ивана Александровского из коллекции мультимедиа-арт-музея закреплен под стекло в коричневой картонной паспорту с восьмиугольным вырезом. Паспорту декорировано золотистыми полосами и печатным рисунком. Края окантованы золотистой бумажной лентой с тиснением. Торцы оклеены черной бумагой, оборот – зеленой муаровой бумагой. Портрет неизвестной женщины был снят в 1853-55 годах в ателье Александровского на углу Невского проспекта и Большой Садовой улицы в Санкт-Петербурге. Дагерротипия в России достигла своего рассвета как раз в 1850-е годы. Ее появление почти полностью убило миниатюрную живопись. Функцию миниатюрного портрета – служить памяти о дорогом человеке – взял на себя дагерротип.